впервые в программе, проведенной спартакиады среди суворовских училищ и кадетских корпусов, было включено спортивное ориентирование. И этот вид программы оказался последним видом, как бы на финише спартакиады. Он проводился, этот вид, в Казани, на базе Суворовского военного училища. Поэтому они гостеприимно приняли еще 14 команд. Всего было 15 команд, принявших участие в соревнованиях. Чем характерно соревнование по ориентированию для такого уровня спортсменов? Ну, во-первых, это идет приобщение к занятию спортом суворовцев в возрасте от 14 до 18 лет. Не все команды были хорошо подготовлены, но это, естественно, первые шаги. Вот, они не всегда имеют успех, но практику соревновательную получили все суворовцы. Этот опыт, я думаю, что он будет трансформироваться в более высокие результаты на будущий год. Главное, чтобы руководители спорта армейского почаще такие соревнования планировали. Этого большая просьба самих спортсменов.